Всем привет, ребята! Мы в Дагестане. И мы начинаем большой выпуск, ребятки. Вообще, поездка планировалась абсолютно другая. Мы должны были лететь этой весной в Турцию, но планы немножечко поменялись. Поэтому смотрите этот большой выпуск из Дагестана. Вот они. Здесь спасибо, да, нас, да, что встречают. Спасибо большое. Так, что начинаем? Как настроение? 20. Еду оставили нам сейчас. Идем заселяться. Время 11. Заселяют нас в 12, но радушные хозяева нам завтрак обещали сейчас нас с дорожки покормить. Вот они расположились для завтрака. В первый день после прилета мы решили осмотреть сам город Махачкала. Дальнейший маршрут мы составили в Твери. Конечно, для этого нам был необходим автомобиль, о котором мы позаботились заранее. Обязательно берите автомобиль у проверенной прокатной компании, внимательно читайте отзывы и рекомендации тех, кто уже съездил в Дагестан. Поверьте, таких огромное количество. Не допускайте ошибок людей, которые берут машины у непроверенных компаний и после этого оказываются в неприятной финансовой ситуации. Мы решили не экспериментировать и взять автомобиль прямо в аэропорту, в главной прокатной компании Махачкалы, и ни в коем случае не пожалели. Без ограничения по пробегу, бензин и, главное, чтобы никаких царапинок. Депозит возвращают без проблем. Где он находится, я покажу в конце этого видео. На второй день после завтрака, не откладывая в долгий ящик, мы решили посетить главную достопримечательность, ради которой едут в Дагестан. Это Сулакский каньон. Вооружившись камерами, дроном, мы собрали вещи и поехали. Не доезжая Сулакского каньона, вы будете проезжать замечательное форелевое хозяйство, которое называется «Главрыба». Посетить его просто необходимо, хотя бы потому, чтобы посмотреть, как разводят рыбу в Дагестане. Ну а если позволяет бюджет, то можно остановиться и покушать. Нам с тобой вдвоем. Ну, мужики свинтили, контент рубить не хотят. Все сами, все сами. Вот, ребятки, собственно говоря, рыбка, если вы на главрыбе, обязательно не поленитесь, зайдите в ресторанчик, здесь очень все вкусно, свеженько, вот выловлено прям вот отсюда. Ну что, всем желаем приятного аппетита. А может быть, попробуем? Давай, давай попробуем. Делаем. Ну-ка. Нежнятина, на гриле, да? Ой, вкусно, ребята. Оператора обзавидует, так видите, тоже начнет кушать. А смотри, у оператора... А покажи, покажи, да, свою еду. У них главрыба. Да. Это вообще тут самое главное.
слышно, наверное, ребят. Ну, мы на Сулакском каньоне. Василий подарил Сулакскому каньону свою любимую кепку. Ну, видимо. От души, как говорится, от души прям. У нас такого нет. Красиво, высоко. Вода-то какая. А вы посмотрите, куда мы идем. Опа. Вот смотровая площадка. Вид от первого лица, ребята. Вечером этого же дня мы заехали в супермаркет, чтобы закупиться продуктами, для того, чтобы на следующий день отправиться к новым приключениям.